Кто здесь? Да я! Ну что, друзья, всем привет, с вами как Снорубзи, да, я знаю, вы ждали, я сам ждал, на в 5, ладно, только попробуйте написать, что я сказал неправильно, окей, для истинных любителей, Five Nights at Freddy, Sister Location, и мы продолжаем со второй ночи, потому что в прошлый раз я не смог ее пройти, и да, вы писали Робзи, а будет ли прохождение четвертого ФНАФа Halloween Edition. Я либо пройду ее на стриме, либо запишу после пятого ФНАФа, либо между сериями. Короче, да, мы с вами ее пройдем обязательно, поэтому давайте. Короче, ставите лайки, подписывайтесь, если вдруг еще не подписались, и... Ну, колокольчик там прожми, лайк поставь, короче, поехали. Это Элизабет, это Элизабет, это Элизабет, да, которая потом в итоге... ...на очередную развивающую интеллект ночь для определения дальнейших действий и осмысления предыдущих ошибок. Мы стремимся к созданию комфортных условий для более прогрессивного продвижения работы. Одним из комфортных условий является гарантия того, что вам не надоедает голос, который вы слышите сейчас. А, это уже было, короче, да, все, мы вводим голос, у нас сейчас будет голос, короче, подростка какого-то вредного, да, я помню, потому что я вышел с игры, я психанул, меня сожрал Фредди, унылый подросток. А, да, спасибо, спасибо тебе, ну-ка давайте, короче, мы с вами сейчас доезжаем до лифта. На лифте, короче, в самый низ. И нас ждет самое... Я приехал? Открывай двери. Открывай двери, я тебе сказал. Все, я уже приехал, я уже знаю, что здесь. Я профессия, кстати, да, я все-таки понял, что мы играем также за Майкла Афтона. Или как там, Уильям, Майкл. Я уже потерялся, короче. Мы находимся в пиццерии Цирковой Бэби. У нас здесь фантайм. Фантайм, или фантайм аниматроники. Знаешь, короче, фантайм Фредди, фантайм Фокси. Без разницы. Можешь, да все, пошли, пошли. Хватит мне уже рассказывать, так, кто ты и что смешная ты. Смешная история. Однажды в этой вентиляции нашли труп. Это был не я. Хорошо, что это был не я. Все, мы, короче, проползаем. А вторую ночь мы обязаны сегодня пройти в любом случае. Я уже понял свои ошибки. Давай приступим к твоим ночным обязанностям. Давай. Ты должен проверить Балору и убедиться в том, давай, что короче, мы сейчас жахнем ее током разочек, подсветим. Ее, а вон, я тень есть, все, хватит, она на месте. Я предполагаю, что Балоры... Да закрой ты свой рот уже, я помню с прошлой серии, что делать. Цирковая Бэби. То есть мы с вами находимся в пиццерии Цирковой Бэби, которая здесь как бы главная. Вентиляция Цирковой галереи. Это я ползу, нормально, не переживай. Все хорошо. Так, мы сюда приползли. Напряженный день сегодня. Давайте проверим освещение, убедимся в том, что она находится в надлежащем рабочем состоянии. Ее здесь нет. Можно сразу током жахнуть? Да нету ее здесь. Вот, где она? Корпус Бэби. Мы здесь не для того, чтобы играть в прятки. Давайте подбодрим Бэби и вытолкнем ее из укрытия разрядом тока. Какой-то попробуем разряд, да? Еще раз. Какой-то... Не работает? Только нет. У нас появились неполадки с питанием, которые влияют на наш способ. Все, нас сейчас под стол запихнут. Пока я перезагружу систему. Да, да, да. Какое-то время я буду находиться в отключенном состоянии. Хорошо. Пока идет перезагрузка. Все, пока. Некоторые из других систем также могут быть отключены. Например, защитные двери, замки вентиляции и кислород. Да, 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 да. Я помню, я помню. Все, я под стол. Мне нужно срочно под стол. Замечено движение в проходной вентиляции. Не надо! Пожалуйста. Вентиляция зала для развлечения открыта. Ага. Ага. Давай. Вентиляция, ведущая галерея Балоры, открыта. Вот это плохо. Вот это к Балоре, вот это плохо. Давай. Так, я профессионал. Я знаю, что делать. Ну! Я не узнаю тебя. Меня зовут... Маленький. Да. Я припоминаю что-то подобное. В прошлой серии с тобой виделись. Я тебя слушал. Это очень странно, что ты решился прийти сюда. Ну я же работать пришел. Мне интересно, что же могло бы заставить человека проводить? Я тебе уже говорил, что мне... Помните, что я говорил? Добровольно. Ага. Нет, не добровольно. Меня может заставили. Может быть, любопытство? Меня подписчики заставили! Меня подписчики заставили сюда прийти. Я не добровольно пришел. Это тебя передел его в укрытие, и ему оно помогло. Да, под столом, я помню. Все, я полез, пожалуйста. Ты будешь в безопасности, если постараешься не смотреть им в глаза. Вскоре все закончится. Ага. Им это надоест. Да?
Ну хорошо, все, я под стол, все, пока. Я помню, тут, короче, нужно вот эту штуку, короче, схватить и закрыть про чертовой бабушки, потому что если мы ее не закроем, нам гг будет. Все, я закрыл. В глаза не смотрел. А я в прошлый раз специально просто в глаза зырил. Кто-то ползет ко мне по вентиляции. Пошли вон, никого нет дома. Работает автоответчик. Все пока, никого нет дома. Отстань. Отстань. Я на тебя не смотрю. Пока! Я на тебя не смотрю! Нет глаза? Все, нет глаза. Нет никого! Никого здесь. А, там глаз! Тут же человек. Нет тут человека! Тут просто... Тут автоответчик сидит! Пошла вон! Кто ты? Кто ты такая? Не ломай мне, пожалуйста, не ломай мне мою клетку, мне здесь нормально сидеть, алло! Уйди, уйди! Она сейчас будет открывать мне, да? Я не смотрю. А, там глаз! Нет! Кто? Пошла вон! Я держу дверь. Никакой тук-тук! Смотри, 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 тварь. Смотри, как тащит! Я держу, я профессионал. Ты, нет, ты меня так тут не надуришь. Не-не-не. А слушайте, а давайте реально интересно посмотрим, кто там все-таки. Кто там мне открывает двери? Мне реально интересно посмотреть, кто же там все-таки открывает двери. Давай, давай, я тебя не боюсь. Я всегда найду способ пробраться внутрь. Да, я сейчас тебе сам. Хочешь, открою? Смотри. Смотри. А она открывает, да? Да давай. Кто? Мне просто даже интересно, кто здесь. Да я! Это, ладно, это не страшно. Это было не страшно. Это было не страшно. Это что за маленькая дрянь? Ты под стол... Я понял, все. Короче, больше меня не открыть. Это кто такое маленькое? Подожди. Я уже много кого здесь, в принципе, видел. Балору, Фантайм Фокси мы светили. Фантайм Фредди. Лицо марионетки где-то я видел. Я так понимаю, здесь есть цирковая... вот циркус Бэби, цирковая... А кто вот это вот? Вот это... Приветики. Иди в баню, да хватит мне рассказывать, пакетики. Когда твой гид снова включится, ага. Сообщит тебе о неудаче с перезапуском. И а, все, сейчас-то мы с вами пойдем к этой Балоре сейчас пойдем. Я помню, надо тихонечко идти. Чтобы попасть в комнату управления. Да. Если ты будешь следовать его указаниям, то умрешь. Балора будет находиться вне сцены. Ага. Она захочет поймать тебя. И убить. Питание будет восстановлено в ближайшее время. Пока. Когда ты попадешь к галерею Балора, иди медленно. Она не способна увидеть тебя. Она слышит, да, я это уже понял. Это я уже понял. Когда музыка становится громче, значит Балора приближается. Прислушивайся, останавливайся, пока вновь не услышишь тишину. Она вообще прям мне все гайды спасибо рассказала. Спасибо за ваше терпение. Похоже, что система питания не может быть перезагружена автоматически. Вам нужно будет перезагрузить систему питания вручную. Да, пойдем. Пожалуйста, вернитесь к модулю первичного управления. Пойдем к Балоре. Мы снова в канализации. Ну, в вентиляции, разницы нету. Канализация, вентиляция, короче... Вентиляция цирковой галереи. Хорошо, получается, нам этот голос, скорее всего, потом понадобится, потому что... Теперь необходимо будет пробраться через галерею Балоры. Используйте тела слева от вас, чтобы добраться до комнаты управления. Все. Рекомендуется, чтобы вы двигались по прямой и достигли другой стороны как можно быстрее, чтобы не мешать Балоре. Я отключусь на какое-то время, чтобы не создавать шумовых помех. Деактивация. Пока. Нельзя быстро идти. Так, теперь слушаем. Теперь внимательно слушаем. Наш shift. Я могу бежать. Быстро. Раз. Два. Потом, короче, когда начинают там бегать за меня, нужно потихонечку. Я отключусь на какое-то время, чтобы не создавать шумовых помех. Хорошо. Активация. Давай пока Сникерс покушаем. Потому что страшно очень. Я запью всем. Мразь. Я дошел! Я смог дойти с... Не помню какой попытки, короче, я смог дойти.
Я дошел! Движение в комнате управления. Теперь вы можете взаимодействовать с блоком управления системой. Я помню. Использование интерфейса может нарушить близлежащую электронику. Если вы почувствуете опасность, не бойтесь отключить интерфейс на какое-то время, пока не станет безопасной перезагрузка системы. Хорошо. Успокойся и вернись в кроватку. Все, короче, Фредди, успокойся. Так, я помню, нужно быстренько чинить вот эту штуку. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Фредди, не бесись! Короче, держать в зеленой или в желтой опасности. Смотри. Уровень опасности желтый. Вот, смотри, желтый, 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 желтый. Мы, короче, делаем вот. А, блин, оно сбивает. Бон-бон, скажи привет нашим друзьям. Куда ты ушел? Фредди! Фредди! Я знаю, что ты где-то там. Он здесь? Вот. А, все, он вернулся. Так, подожди, давай одну починим. Короче, хотя бы одну починим. Одну полностью, давайте починим, потому что Фредди меня этот бесит. Все, одну починили. Да не прячусь я, здесь никого нет, Фреддичка, Фреддичка. Все хорошо, друг, 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 ты же мне друг. Ты же мне дружище, вспомни, вспомни. Я твой друг. Все в порядке, продолжай спать. Сколько раз мне нужно проиграть запись, чтобы он успокоился? У меня уровень опасности желтый. Это мышь была, так, зеленый, галерея цирка, быстро, на соточку, да? То есть эти на соточку, а потом будем уже потихонечку, да? Смотри, смотри, опа! Опять ушел, опять ушел! Фредди, Фредди, тебе про на сцену, дети ждут выступать. Где он? Вернись, тебе голод, ты слышишь? Смотри, уровень опасности зеленый, но он здесь, он прямо возле меня. Нужно, чтобы он, получается... Стоп! Это не похоже ли штуку на шкатулку? То есть, если мы долго не смотрим, он спускается, приближается, и потом... Ха! И нам жопа. На 100. Успею? Хорош! Я думаю, что это была обычная мышь. Это мышка была, Фредди. Это не я. Лифты. В прошлый раз я вот здесь сдох. Нет. Он где? Он где? Нормально? Давай на 75. Фредди на месте. На месте. На 100, на 100, на 100, на 100. Опа. Фредди. Фредди там. Здрасте, здрасте, здрасте. Здрасте, мордасть. На сколько? Давай на 30. Все нормально, на месте. На месте, на месте. На 50, на 50, на 50, на 50. Тише, 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 тихо, 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 давай. Все на сцене. Хорошо. Я не знаю, я не делаю... Он называет его Бон-Бон? Он его реально Бон-Бон называет? Мне не послышалось? Я просто не знаю, правильно ли я делаю. Я просто наугад. Но я по опыту прошлых ФНАФов примерно так это... Это работает типа как с Фокси. Типа как с Фокси, что он из шкафа выпрыгивал. Или когда он пытался из-за ширмы напасть. Все... Бон-бон, да. Все. На этом ваша сегодняшняя ночная смена подошла к концу. Пожалуйста, возвращайтесь через галерею Балоры с осторожностью. А теперь до завтра. А, мне опять через галерею Балоры вернуться? Вы чё? А можно было как-то без этого? А где она? Неужели здесь кто-то есть? Нет. Нет здесь никого. Я слышу, как кто-то крадется через мою комнату. Нет, 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 это мышка, мышара, мышун. Наверное, показалось. Так и умница, совершенно верно, это просто показалось. Или нет, все скажет, или нет, и меня такая ха и зафигачила. Страшно? Смена пе-пю-пе, наслаждайтесь домашним уютом. Йо-хо-хоу, йо-воу-воу. Ребята, мы прошли. Заходом солнца продолжается наша сага о потерянной любви между Сериальчик. Богом и его огорченной возлюбленной. Ага, давай. Смогут ли они договориться? Попкорнчик покушали? Смогут ли они свою потерянную любовь? Ну-ка. Это и многое другое узнаем прямо сейчас. Давай, мне интересно. Лара, ребенок не мой. Ага.
глаз. В яслях воспитатели с трудом справляются с ним. И что? Многие дети гиперактивны и способны бегать хоть весь день. Им пришлось сбить его с воздуха метлой. Мне пора идти. Они собираются перечислять нам твою зарплату. Они не могут сделать это. Я вампир. Я не получаю зарплату. Ты работаешь в ночную смену в Фрай Май Такос. Не ври мне! Человечество, когда закончится горе? Есть ли у этой полночной истории счастливый конец, в котором вновь зажжется огонь их любви? Ага. Узнаем в следующей серии. Узнаете, ребята, в следующей серии, потому что следующая серия по Five Nights at Freddy, Sister Location, третья ночь, третья часть ждет вас. Позволь мне хотя бы раз в ней поиграть. Она такая красивая и блестящая. Разве ты ее не для меня сделал? Это Элизабет. Ладно, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, увидимся в следующей серии. Всем покедова!